Всем привет! Я тут уже с утреца шуршу. Тортик сейчас буду выкидывать отсюда. Не знаю, насколько у меня получится. Сейчас, наверное, попрошу Назара, чтобы он поснимал. Вместе с вами его выверну. Так, погнали. Господи, надеюсь, я с подносом не прогадала. Очень надеюсь. Ой! Ой, что-то не вываливается. Вываливается, сына. Вывалился. Итак. Давай, снимай. Мамочки. Что? О, боже. Чуть-чуть мимо, представляешь? Блин. Все, мам. Ну, уже пусть будет. Не, ну, как бы нормально, конечно. Но здесь, получается, с этой стороны больше места, а с этой меньше. Смотрите, какая прелесть. Что это такое? Где сметана? А что? Смотри, классно. Где сметана? Вот она вся. Не, видишь, вот тут сверху. Чуть-чуть не угадал. Что это? Слишком плотно желейки стоят, сметана не протекла. Пахнет вкусно. В принципе, вкусно, но по сути вкусно. Ну да. Все. Торт готов. И куда ты его ставишь? Живой. На балкон понесу. Холодильник сейчас буду салаты делать, он сейчас займется. А с чего вытаскивать надо было? И гости еще ж не скоро придут. Ну, потому что мне холодильник надо освободить. Я логично. Аналогично. Да, все. Ой, ребятки, так, приготовила уже шубу. Приготовила две тарелки. Одну яйцом уже присыпала, а вторую не присыпаю, потому что... Эта шуба будет на сегодня, на вечер, на стол. А эту шубу я на завтра приготовила с собой к Сорокиным. Мы завтра собираемся там отмечать Рождество тоже с друзьями. Поэтому эта шуба пойдет туда. И чтобы яйцо до завтра не присохло, я уже перед тем, как выезжать к Нюте с Валиком, притрушу яичком. Будет как свеженькое. Вот. А пока она отправляется на балкон, мама, а это в холодильник. Что, сынок? Просто гений, понимаешь? Гений. Назар яйца ест. Так, 2 часа дня. Я уже и филеечку сварила на салатик. И что еще? Так, и на завтра компот сварила опять. Опять компот? У меня одни компоты варятся. На завтрак ребятам тоже в гости хочу компот взять. С собой тоже сварить. А Назар приготовил тазик с водой. Сейчас будет полы мыть. Мои помощники уже активизировались. Дотечка тоже уже вышла. В 2 часа вот только экзамен закончился, да? Мы в 12 начали. А, вы в 12? Считай, я не последняя, но 3 человека после меня осталось только. А, то ты еще и это. Не из первых, но не последняя. Вот, так, сдала экзамен. Можно выдохнуть. Минус 1, Дотя, да? Осталось 2. Совсем чуть-чуть. Осталось 2. И, кстати, еще один зачет. Я, кстати, сегодня, обычно, когда у Вики экзамены, меня трясет, я нервничаю, она на меня ругается, потому что, ну, вместо того, чтобы ее как-то поддержать, я, наоборот, ее раскисаю своим вот этим нервозом и переживанием. А сегодня я какая-то такая была спокойная, не знаю, и даже ей сказала дочь: не сдашь, пересдашь, ничего страшного, ну, то есть как-то так, чтобы она не переживала. Она говорит: да не хотелось бы пересдавать, хочется уже раз отстрелялся и все. Ну, короче, отстрелялась. Можно сегодня расслабиться до 13 числа. Нет, расслабляться до 13 нельзя, надо готовиться. Ну, сегодня хотя бы. Да, сегодня Вика уже расслабится. Чуть-чуть мне поможет уже теперь подключиться. И вечерком мы посидим, она расслабится. А потом с завтрашнего дня опять начнет готовиться. Хотя к этому ты особо и не готов, не успела подготовиться. Ну, ты же не все там про... Я сколько текстов здесь давала? Сколько я написала? Ну, то на зачеты, а экзамены? Нет, наверное, английский. Ну, к экзамену. Тебе же надо тоже все задания позадавать сначала, да? Перед тем, как сдавать экзамен. А, боже мой. Короче. Ой, ладно, все. Слава богу. Моя бусечка, люблю ее. Теперь можно идти голову мыть. Наконец-то есть время. И будет праздничное настроение, да? Да. Люблю мою принцессу. Так, все, отключаюсь и начинаем дальше работать. Ребята, делаю салат с ананасами. Открыла банку этого
Господи, ананасов, посмотрите. Какой-то сброд. Мне такого еще не попадалось ни разу. Может, вот такой быть кусок, а может, вот такое что-то непонятное. Вот такие кусочки-то я уже чуть-чуть перебрала, перерезала, чтобы какую-то им форму придать. Но это, конечно... Привет, папусечка. Ты видел банку ананасов? Открыла ту, что мы купили? Посмотри. Поэтому они такие дешевые. Наверное. Тут за них пошла рекламация, то их, чтобы, так сказать, быстро сплавить. Капец. Повелась на цену. Не ведитесь. А Вика расплавляет шоколад, она решила преобразить тортик наш, битое стекло, хочет сверху полить как-то. Не знаю, как она это будет мудрить, как-то с кулечка, чи как ты будешь, да? В общем, посмотрим. Назар полы помыл, Дотя, они будут сохнуть часа два, я тебе скажу. Он же, знаешь, как моет, он тряпку почти не выкручивает. Мокрый капец. Сейчас посмотрим, как Вика будет тортик модернизировать. Целый кулечище. Ой, горячее. Сейчас растворится, наверное, этот, не? Пакет? Угу. Надо не пакет, я имею в виду торт, это растает. Так, надо теперь отрезать. Да, тосенький такой. Тоненький. Ой, горячий. Может подождать трохи, Дотя? Это уже в пакете. Нечего ждать. О, идет. Я тебе говорю. Капец. Горячо. Да. А дай перчатку, может, перчатку. Ну, где ты ее дел? На. Неудобно в ней будет. Да. Модернизация торта. Ты вот так прямо. На косую. Так, а что с ручками? Ну, вот так будет. Мне кажется, его и видно не будет. Или будет? Не будет. Сейчас я просто еще свои буду. Угу. Интересно. А прям на торт теперь похоже. Не тает там желе? Пока застынет, провалится. Да, интересно получилось. Паутинка такая. Представляете, прорвался кулек у нас и все чвиркнуло вот так сверху. Ну, елки-палки, а такая красота могла быть. Сейчас. Это я выкидываю, да? Да. Сейчас можно. Сейчас что-то сделаем уже. Уже что-то надо делать. Короче. А так было красиво, Дотя. Ну, будет вот тут вот так размазано, а там... А там, угу. Да понятно, что уже так будет. Ну, ладно. Такая была паутинка красивенькая. Ну, будет так. Ну, и так ничего смотрится. Все, хорош уже. Относи на балкон его. Куте все-таки быть. Вика приготовила кутю. Я опять. Ну, готовит, да, в процессе готовки. А я сейчас уже перемолола фарш. Сейчас буду это делать, готовить отбивные с вафельками. А где вафельки? Вафельки. Ага, я их ищу. Вот вафельки. Сейчас кляр сделаю и... Скляр. Ну да, выглядит аппетитненько. Медом уже полила? Да. Все, ставь на стол. Это основное блюдо. Вот такие вот получаются. Типа отбивнушки. Ну, в вафельках фарш. Я думаю, многие этот рецепт знают. Вот они в сыром виде. Там фарш внутри. Между вафелькой. А здесь кляр. Еще фарш остался. Так. Вика уже здесь что-то тоже нарезала рулетики такие. Вкусные с лаваша. Кутя стоит. Так, а что у нас с нашим курятинкой? Курятинка тоже уже почти готова. Осталось кумушек наших дождаться.
И все. Так, вот такой вот у нас получился праздничный стол. Вообще не постный, но мы не придерживаемся особо. Кума у меня вообще рыбу не ест никакую, ни в каком виде, поэтому одна из кумов. Вот, осталось картошку не ставлю, чтобы не остыла. Уже придут гости, потом поставлю. И холодец, чтобы не растаял, тоже не ставлю. Не потек. Грибочки, рулетик, салатик с ананасами, кутя, шуба, типа отбивные, курочка, картошка, холодец. По-моему, прекрасно. А еще же мы хотели цезарь. Дочь, еще не будем уже цезарь делать. Его уже некуда и ставить. Мы же уже завтра сделаем, чикада. Не будем уже цезарь тут делать. Мы за него забыли. Мы продукты купили на него. Ладно, и так некуда ставить. Я не знаю, куда холодец и картошку влепить. Я же готовила. И сама а что я взял не под шампанское зачем? Себе не взяла красивый я бокал? Да, просто не знала, где можно сидеть. Ну ладно. Потому что ты такая, как все. Ничем не отличаешься. Какого Беня, да, я должна отличаться? Что у тебя в стакане? То же самое, только у нас, как и у нас, только с бульбашками. Зачем тебе так красиво? Ну давайте, мальчишки, девчонки, в нашем доме выпьем. За встречу. Нет, выпьем за святой вечер. За святой вечер, да. Спасибо, что есть такие вечера, хоть можно увидеться, кумовей встретиться, увидеть. Кумовей увидеть, да. А Макс какашка. А. Я его приглашала. А, пустой. Нельзя. Это я расскажу. Это крестная Вики, и я крестная у ее сына. А о, я? Мы перехрестная, крестная. Да, крестная, перехрестная. Даже не запуталась, вы заметили? Короче. Будьте здоровы. Угу. Они не крестили. Живите богато. Еще одна кумасечка бежит. Так все кушают. Я иду встречать. Привет. Та вже знімай, кума, їсти ж надо буде якось. Да. Заходи. А що це ти, ну, шмар? Я знаю, сьогодні проснулася, нос заложено. Господи, хоч би не забив. Оце тобі, кума. Заходь, роздівайся. Ми вже всі сидимо, тільки тебе осталось дождатися. Ну, десь полчасика, може. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, девочка моя. Красоня. Колят, джинсы. Добра з медом паляниця. Ну, це ж така банальна. Давай щось цікаве, кума, да, що так красиво. Так. Подождите. Ну, я ж не змогла вже те саме. Все равно щось приперла, да? Так, подарочек. Привозницька моя. Кумасочка. Сумочка. В коллекцію. Я вас рибой закормлю. А, риба. Детям. Поняла. Ты раздевайся, потом разберемся. На, папунка. Спасибо, хоть хрупун. Так и до вечера. Ну да. Все, пойдемте. Заходи. Привет. Привет! Я же скажу, я не начала, боже, сколько лет! Я по голосу сходим, скажу, какой ты взрослый. Вот такие все здоровые, я тут один такой жиробас. Я тоже жиробаска. А мы нервничаем. Садись, кума, убирай бутылку шампанского и сидай. Конечно, надо выпить. Ну просто, по-другому нельзя. Все, Назарушка, на твою... На твое место тетя Оксана уже садится. Я сейчас даже честно спрашиваю, можно?
Вспоминаешь? Смелянскую эту квартиру. Ага. Именно вот сейчас вспоминаю эту спальню, и мы стоим возле зеркала, и Ксюха меряет эту мою заколку, и как, и как, и как. Это ты, Хума, вспомнила. Это ж детство еще наше. Да. Это еще а детство наше. Я сейчас вспоминаю, а идет мне, не идет эта заколка. Кто мне ее подарил? Кума такая всегда была пышечкой, помнишь? Бант? Бант с такой этой штучечкой такой с этими. Кучеряшками такими. Нет, именно бант с заколку. Я тоже не помню. Чтобы бант прилепил хвост в этот мешочек. А, да. Ксюха, сеточкой, да, сеточкой. И Ксюха меряет, а мне как, вот, помнишь? Да. Да. Так у Матца еще в детстве было, боже. Хиба ты... Дай ему ей зеленое у Вики в комнате возьми. Пожалуйста. Все, седай, Кума, кушай уже. А, носочки, классно. Да. Я поняла, класс. Такие хорошенькие, как ты любишь, дочь. Там не так носочки оригинальные, как в конверте. Я думала, там на камеру, все как это красиво будет. А, Вика, я не успела. Ну, потом посадилась. Это клатч. Ага, прикол. Да, и ручка длинная, да? Да. Вот так оно носит. Сейчас тут ручка просто. А. Поняла, вот так оно. Подарочки, да. Ладно, гребись тут с подарочками, я пошла к гостям. А мы уже разрезали тортик. Хочу ж показать. Какой он ну, в разрезе. Мало ты печенюшек положила, думала больше. Мало, но ты видишь, они такие достаточно... Они мягкие. Пропитались, да. И это, и я думала, этого стекла битого будет много. Его же было вроде много, а не так в разрезе. Когда ты много делала желе, а потом... Да, желе и заливала все. Да. Порезала на кубики. А, резала? Да, я на кубики порезала и потом выложила в форму. Ну, игра мне Назар помогал, он желе занимался, я сметану делала, поняла? Потом мы разрезали с ним и все это позаливали, а вот это Вика, уже сверху... Ну, конечно, тебе столько помощников, так нужно... Да, делать. Вика уже сделала украшение. Красота. Тогда они же мои помощники. Может, да. Хоть компостик купить? Нет, есть. Кумасечка. Чаек, кофеек есть. Боюсь, голова моя не выдержит кофеек. Кофеек не выдержит. Я поняла. Ну, он такой, мне кажется, этот самый, что его выбить можно без этого. Это же когда. Ну да, он мне его не сильно хочется запивать. Ну, в принципе, не поняла, не сухо оно. Попробуй. Вкусно, да, получилось? Не приторный дать? Хорошо. И шоколадка хорошо сюда вот это. Сюда влепилась, да? Угу. Вика еще кокосом хотела стружкой потрусить. Я уже остановила. Говорю, дочь, все, хорош. Бо тебя не остановишь. Сейчас и орешки хотела. И орешки уже хотела. Я вообще что-то делаю, экспериментирую. Это что же, мадам? А ну покажи. Кумася подарочков нанесла Вике. Мелкие. Бычок, да? Парижу. Чикарова кто-то. Бычок. Ван Гогу, Египту. Ван Гогу, к Египту, Москва. Красота, да? Да. И хочу суши. И кремик еще, Кума. Привезла. И сумочку, и носочки. Ну, Кума, говорила, ничего не бери. Угу. Ты знаешь, я так не могу. Мы уже провели последних гостей. Последних. Ну, кто остался. Провели. Да. Сейчас Вика убрала, пока мы провожали, убрала все со стола. Я, ребят, ну почти все. Я не снимала, когда пришли еще гости, ой, больше. Просьба. Да, по их просьбе, поэтому извините. Посидели мы хорошо, на словах расскажу. Немножко игры на гитаре, насмеялись, вспоминали истории с детства, жизни, потому что... Кумушки обе это мои подруги с детства. Да, и Кум приходил с собакой тоже, мы тут наигрались.
В общем, хорошо, классно, много чего повспоминали. Кум тоже уже, наверное, с 90-х дружим мы с ним. Ну, вернее, Сережа с 90-х, я уже похожа, конечно же. Вот, так что вот такое. Вот все, на этом все, ребятки. Я буду мыть посуду, будем отдыхать. День такой утомительный, как бы для меня. Очень. Ты тоже, да, дочь, смотрю, устала уже, капец. Есть чуть-чуть. Всех-всех с праздником, с Рождеством. Пускай в ваших домах всегда будет добро, жизнерадостность, никакой печали, никакого горя. Любите друг друга, цените друг друга, и пусть Бог вас оберегает. Все, на этом все. Всем пока, всех люблю, всех целую.